Короче, еще одна история у меня есть. Мы судились. Были мы на дискотеке тогда еще молодыми. Не знаю, сколько мне тогда лет было. 18, наверное, 19. Я еще тогда с мужем своим, с моим дружила. На дискотеке были, что-то там драка была. Как всегда, на дискотеке кто-нибудь подерется, и там влипнешь в это все, да, считай, и запустишь как каких-то. Мы там мужья передрались с вышибалой. Я подала в суд на Шмерцингер, потому что Шмерцингер, короче, заплатили, да, за побои. Мне вышибало в машине, я сидела за рулем. У них такие для зиха, как бы, был такие баллончики, они с собой таскали, газовые, да. И он мне этот баллончик, там такая, если ты его нажмешь, да, этот газовый баллончик, он бьет даже, да. И он мне вот так я была, и он мне этот баллончик в лицо зафигачил. Как я не могла дышать. Для меня это был такой шок, у меня такой плащ длинный был такой, какой-то не кожаный, ну такой, не знаю, что такое, материал был интересный. Длинный плащ такой был еще тогда, и на этом плаще вот здесь у меня такие, так много у меня зафигачилось с этим газом, что у меня на плаще вот такие потеки, как текли аж на. Потеки текли, и они аж на въелись в этот плащ, да, эти потеки, газ этот. И, как сказать... Я их даже не могла стирать, все, они там елись и бочат, и я не могла ничего с этим сделать. Вообще ничего. Да, с такой дурью, с таким размахом, с таким, да, с такой злостью мне в лицо. Я вообще я не могла отойти долго. Я еще за рулем была, я хотела ехать. Я потом окно закрыла и хотела уезжать, а он перед машиной встал у меня и не уезжает. Да, я не могу дышать, я не могу его видеть, да. Я хотела просто чуть-чуть отъехать, да. И он это. Я так чуть подъехала, потому что он ушел, но он ушел потом, да, и я уехала. Чуть пару метров, там 100 метров, полкилометра отъехала и начала водой, у нас там вода была тоже в машине, я еще начала водой и все это, и отдышиваться я не могла, это для меня шок был, за что я сидела в машине, да, я не дралась на женщину, мужик, это нормально, это то, что я за рулем сидела, и он мне так сделал, поэтому мы судились, короче, что потом было, я теперь не помню, это так долго все это длилось, мы судились, анбальты туда-сюда, это все мы платили, сколько я заплатила, не добилась я никакой правды. Ничего. Суд. Просто суду мы потом... Ну что? Он нас тоже подал на Шмерцингель. Ну как? Чтобы мы выплатили какие-то побои с потом. У него побои какие-то были, хотя он с дубинкой на всех драться лез, да? Всех дубинкой там это бил. И... Что потом? Что-то я хотела сказать, я забыла. Так, что потом? Ну и в суду, короче, мы судились, пришли на суд, да, и... Рич-то, ну, этот, Рич-то, судья говорит, ну, что будем делать, да? Вы, короче, можете или дальше идти в суд, он сказал нам, или каждый останется при своих расходах, как бы сказать, каждый платит своего анвальта, никто ничего не будет платить, за своих адвокатов платить, да? Никто ничего не будет платить друг другу, или идите дальше в суд, я. А мы сейчас в каком суде, почему, не разбирайтесь, да? Ну, вот так вот, и, короче, мы так вышли с мужем. Паузу нам дали, мы так вышли сюда обговорить это все, подумать. Что, мы уже заплатили тогда уже, да, еще марки были. Тогда мы уже платили больше 1000 марок, да? Это тогда в марках очень они в цене были, как бы, да, и это много было для тех годов, как бы. И это. Не ешьте, не ешьте, потому что. Мы с мужем вышли и что делать-то? Дальше судители обратно деньгами, просто задавливают деньгами. Ну и мы сказали, ладно, оставим все как есть. Поставим большой такую стрелку, галочку и все, и идите вы все в жопу. Короче, вот такие вот у нас были суды, несправедливость такая. Так что прежде чем в суд идти, надо хорошо подумать, хочешь ты свои деньги подарить или нет в этой Германии. Конечно, иногда бывает, что ты не можешь. Тебе надо в суд, да? Или на тебя подали, например, там, да? Ты должен себя защищать. Вот такие дела. Рассказывайте, короче, у кого какие были, вы сталкивались они насчет этого где-нибудь. Кто-нибудь, да, сталкивался или нет. Пишите комментарии. Если вас какие-то темы интересуют, я буду писать, снимать видео. И подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.